Дорогие друзья, и все тем, кто меня знает, и все те, кто обо мне хорошо думает. Ох, сел на мокрую крышку. Ну ничего, мы тут в чистейшей воде медвежки. Не то что рыбу ловили, мы тут еще даже купались. Так вот, когда я ехал сюда, у меня был рекорд 11600. Поймал я такого карпика на Соколовке. И когда я ехал, была мечта, что я поймаю карпа больше, чем на 11600. Андрей Самотлур, благодаря тому, что он здесь бывал уже множество раз, подсказал дистанции, карта сектора. И во многом благодаря его помощи мне удалось осуществить свою мечту на медвежке. В воде. Вот видите, мужики все ловят, бегают, суетятся. Вчера мною был пойман карп на 19-150. Карп был пойман на дистанции всего лишь 75 метров. Поводок из флюрокарбона, насадка Fresh Baits, два ботапчика, желтенький и красненький, конопля, клубника и лосось. Забыл. Сегодня у нас уже сборы, и завтра мы с утра поедем на границу. Поедем домой в Тюмень. И самое замечательное, что в Тюмени меня ждет не как в той песне, а дома ждет холодная постель. Меня ждет теплая постель. Мариночка, я очень по тебе соскучился. Мне очень понравилось твое письмо. Поэтому хочу обнять тебя, детей, маму. Передаю привет сестре. Так что вот так вот. Медвежка, 19 килограмм карп был пойман. И после этого пошла расслабуха. Просто книжки, планшет и фото-видео. Ну, это, вы знаете, я люблю. Ну вот, пока и все. Пойдем снимем, как друзья вываживают рыбу.